создаем сегодня камин барбекю и хочу продемонстрировать, как она работает тут на этапе розжига. Серега горелочкой тут раз зажжет, посмотрим, как она заработает. Ну вот реально использовать там шашлык готовить, когда можно. Если на дровишках надо, чтобы подсохло. Швы должны стать светлее, чем кирпич. Угу. То есть это уже будет сигнализатор, что мертель высох. Серега, может достаточно уже там греть? Или еще нет? Еще недели две. Ну при такой погоде может быть и больше. Если конечно будет закрытое уже. Ну вот, начало немножко разгораться. Еще пламени нету, но дым начинает уходить в трубу. Видно, как он работает на этапе розжига. Видно зуб. Ну так. Ну, в общем, мне нравится, как он работает. Стабильненько, красиво. Сейчас дождемся, когда разгорится чуть лучше. Я сниму еще видео. Вот, у нас есть еще такое яйцо, не знаю, как оно правильно называется, это из американских грилев, и вытяжку будет работать, поставят еще вытяжку. Ну, а здесь видно активная фаза горения, вот. Ну, работает красиво, исходит тепло приятное. Да, водичка выделяет. Дрова кипят. А далее, кому интересно, мы покажем видео, как мы возводили этот небольшой комплекс. Приступили к новому объекту. Будет барбекю камин такой беседки. Это будет закрытая беседка, застекленная. Будет камин с зубом. И здесь будет еще яйцо американское под гриль. Ну, проложили пока первые ряды, особо показывать нечего. Перевязка идет пешками. Смесь используем готовую. Полипласт, очень комфортная смесь коричневого цвета. Не знаю, на камеру видно, не видно. Может так не видно, но здесь вот написано коричневый. Ну, пока начинаем, потом далее будем показывать. Начали арочку делать. Самый такой момент это этот угол сделать. Ну тут все просто. Я рассчитал, чтобы стало цельное количество кирпичей. И выставил так, чтобы здесь у нас не получился широкий шов. И оно как какое-то завершение логическое было. Ну а здесь все как обычно. Шаблон. Кружала, вернее, подпорочки под углом всегда можно подвинуть и тем самым выставить ее по высоте. Сейчас соберем вот уже нарезанные элементы у нас. Нарезали на станке, подшлифовали болгаркой, чтобы соответствовало чертежу. Вот вторая часть. И сейчас будем продолжать. Вот практически заканчиваем арочку. Сейчас Серега последний клиновой камень вырезать, и я его смонтирую. Приходится подкладывать где-то кирпич кривой, ну и кружало не идеально ровно вырезано. Каждый раз приходится либо бумажкой подкладывать, чтобы было идеально сложена арочка. Сейчас Серега там. Что ты там, Сера? Все классно. Я думал, ты уже мне подготовил, а ты там балуешься. В общем, ждем. Ждем клиновой камень. Покажу потом в итоге. Прогрунтовали клиновой кирпичик, намазали его с двух сторон. И здесь тоже так немножко прогрунтовали.
он плотненько стал. И вот вставляем его. Эх, песня. Теперь расшивка. Где расшивка? Руслан, дай расшивку. Теперь расшивочкой просто уплотнить здесь швы. Чтобы оно было более плотненько. И все. Проверить уровнем. Подровнять и уплотнить шовчики. Вот, парочка готова. Приступили сегодня снова к работе. Вчера мы сделали стеночку боковую. Вот тень падает. Сейчас Серега снизу разошьет перемычку арочную. Сделали под. Сейчас еще сделаем эту боковую стенку и начнем топливник. Немножко рабочего процесса. Все гудит, шумит. Это нарезали под зуб элементы. Ну, вот постановки такие они получаются. Руслан очень шумит. Таким образом будет начинаться у нас зуб. Четвертого ряда в этом случае. Здесь все заклеили скотчем, так как мертель с коричневого кирпича смывается очень плохо. Остается такое, как молочко. Поэтому лучше все прятать. Здесь мы закрыли и здесь. На то, что грязно, не обращайте внимания. Потом мы все помоем, разотьем и будет чисто. Здесь оставляем воздушную прослойку, так же самое здесь. Ну и между облицовкой у нас тоже идет воздушная пустота. Здесь между стенкой тоже. То есть самотный кирпич не достает до внешних стен. Серега собирает перемычку. Предварительно их подрезав, так чтобы потом по минимуму шлифануть. Шпильку заклеили малярной лентой, чтобы не забивалась раствором. В данном случае шлифуем алмазной чаточкой, чтобы не было заусенцев, чтобы она была гладенькая, красивая. Все? Все. Осталось помыть, расшить и смонтировать. И вот, собственно, зуб. Практически закончили его. Осталось два кирпича положить с перевязочкой. Все. Вот отполировали, помыли. Можно сразу монтировать, что мы сейчас и сделаем. Да, Сер? Что, я намазываю? Ну вот, смонтировали перемычку. Получилось такое у нас хайло большое. Ну, зуб небольшой. Сейчас начинается с этого момента дымосборник.
дымосборник делать. Здесь я предварительно начертил на стенке. Дымоход разместил по центру. И он будет немножко со смещением дымосборник идти. Так как у нас будет еще отсюда идти вытяжка. Вытяжка, и она будет идти в одном дымоходе визуально. Но дымоход будет разделен перегородочкой. Вчера сделали топливник. Сейчас покажу, как он выглядит. Но солнце отсвечивает. Вот видно зуб, видно наклоны дымосборника. И здесь сделали еще под вытяжку. Прохладно как-то с утра. Тут идет рабочий процесс. Хотел показать, как мы делаем вот стеночка на 25 сантиметров. Здесь цельный кирпич. С этой стороны вот как будто из двух. Делаем фальш, прорезь. Вот. С этой стороны нету. Это же будет выглядеть как половинка целая идет. Так будет красивее. Итак, мы начали фальш-дымосборник. Вот в этом месте мы заложили базальтовым картоном. Это для того, чтобы между облицовкой и шамотным кирпичом не попадал раствор. Чтобы эта часть была подвижная. Нарезали вот таких вот элементов. Вот он как раз получается под вот этот угол. Здесь он не помещается, мы срезали его еще немного так. И здесь под 45, здесь перевязываемся проволокой. Все, и так далее будем закрывать картоном до сих пор. Здесь видно, я натянул шнур, как у нас должен сформироваться дымосборник фальш. И на стенке нарисовал. С этой стороны мы сварили рамку. Здесь будет стоять вытяжка. И далее покажу. Закрепили в стену. И далее мы продолжим все облаживать кирпичом. Итак, покажу нашу неряшливую укладку. Белой ногой. Но благо кирпич с низким водопоглощением, он потом отмывается хорошо. Но для того, чтобы ускориться, приходится так, тяп-ляп строить, а потом вымывать все. Здесь у нас закончился базальтовый картон, кусочек остался. Положили фаерок фольгированный. С этой стороны мы установили опалубку для того, чтобы можно было карниз хоть как-то смонтировать, и он не рушился на уголке. Здесь мы заложили таким образом. Дальше будет идти стена. С этой стороны вот видно проволочка такая вяленькая, но этого достаточно для перевязки. Вот. И сейчас еще покажу с этой стороны. Видно, как тут идет угол. Тут тоже фаерок. И, собственно, сам топливник. Даже видно отсюда. Так, пока все. Ну и, собственно, финальный вид. Это вы уже видели. И работу его тоже видели. Кому понравилось, ставьте лайк. Пишите комментарии. Если вам интересно, будем продолжать в таком же духе снимать ролики. Да, водичка выделяется. Дрова кипит.